И тебе все равно, что кровь, что вино. Больше не буду жалеть. Попробуй ответ. Кому повезло?
Yeah.
Спасибо.
следующая песня из кинофильма «Клинч», который снял у нас замечательный друг Сергей Пускипалец. Я приглашаю на эту сцену Тину Кузнецову. Тиночка. Называется «Птица на подоконнике».
И, по-моему, в прошлом году нам посчастливилось поучаствовать в трибюте, написать музыку для этого стихотворения. И так получилась песня «Птица на подоконнике». Твоей любви, так мало твоей любви,
так мало твоей любви, этот город. Спасибо. Меняются планы, с неба вернулся
брошенный камень был одним, стал другим. Вдоль цепи замыкаются звенья, каждый звонок, как состав преступления, держит меня. Искренне любят, но терпят фиаско, что-то опять случилось в раю. Сталин обнял оловянный солдатик, он окружен, а точнее оквадрачен, время летит. И закончить свое. Спасибо!
Yeah.
Спасибо.
спасибо.
с мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожил, а с ней он каждый раз другой. Ее упреки, вестники и прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах не падает правды, она божественна. Thank you.
Русская филармония! Город Олдфест, свои герои!
Ну, а этого героя я представлю вам лично. Мой персональный герой Феликс Борисович Ароновский. И, конечно же, мистер Борис Лившиц, барабанер. Антон Пасториус, виртуоз, дирижер, бас-гитара. Андрей Звонков. Конечно же, Тина Кузнецова. И прекраснейший наш бэк-вокал Вероника, Элизабет и Юлия. До встречи 27 октября в Олимпийском.